Друзья, вот такие вот белки здесь. Замечательные. Орешки лесные. К сожалению, не золотые, как в сказке. Вот одна залезла. Видимо, орешки она ищет. И вот Антон. Всем привет. Да, дружище. Ну как тебе здесь? Очень здорово. Нравится? Да. Извините, пожалуйста, у вас не будет лишнего ореха? Да. На мне парочку буквально, мне большой. Один даже возьму, спасибо. Пойдем сюда. Я просто видео хочу. Извините. Извините. Вот маленький, возьмите. Угу. Спасибо. Мам, смотри, два. Давайте скажем спасибо, друзья. Нам теперь есть чем покормить белок. Держи, это киндер. Что это? Давайте тоже покормим. Белочка, съешь это. Вот, друзья, давайте угостим. Ну, бери, 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 бери. Бери орех, подруга. Пока я добрый. Нет, трогать не надо, руками. Да. Вот, друзья, смотрите, как она аккуратно у меня его взяла. Как она уминает этот орешек, друзья, смотрите. Видите, как технично она его, этот орешек, грызет, раскалывает. Держи, 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 держи. Вот она, смотрите, как они аккуратно берут, друзья. Смотрите, опа. А вы впервые здесь, да, уже? Нет? А как вашу принцессу зовут? Маша? Вот такие вот белки здесь замечательные, даже орехи вот у них такие вот орехи, друзья, орешки лесные, к сожалению, не золотые, как в сказке, но тоже, я думаю, им очень нравятся они на вкус. Вот такие вот, друзья, озорницы бегают, прыгают, белки. Вот они какие устроили здесь гонки. Люди гуляют с детишками. Вот одна залезла. Видимо, орешки она ищет вкусные. Посмотрите, друзья, какие озорницы. А вот курица какой-то неведомой породы. Пишите в комментариях, если вы знаете, что это за порода. Это курица или петух. Вон там еще какие-то, друзья, куры. Очень интересные. Даже вон какой-то попугай. Или это павлин, непонятно, что это такое. Давайте мы с вами белок посмотрим, наверное. Для начала, друзья. Смотрите, какая дружная семейка. Опа, 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 опа. Смотрите, друзья, как они носятся. Такие вот озорницы, да? Ну, я думаю, палец в клетку не стоит сувать, иначе можно, друзья, и без пальца остаться. Смотрите, какая любопытная белочка, бельчонок. Опа, брюшко белое. Давайте дождемся поближе сейчас. Она к нам подберется, или они. И мы
Они даже не боятся, друзья, посмотрите, какие смелые. Видимо, привыкли к людям. И уже, видимо, я просто не успеваю за ними следить. Поэтому, думаю, вы меня строго не осудите за это. В следующий раз, друзья, я приеду и возьму какие-нибудь вкусности для наших озорниц. И вот Антон. Всем привет. Да, дружище. Ну как тебе здесь? Очень здорово. Нравится? Да. Посмотрите, друзья. Блин, я никогда не пожалею то, что приехал. Ну-ка скажи и погромче эту камеру. Я не пожалею то, что приехал сюда. Друзья, вы тоже приезжайте и тоже, я думаю, не пожалеете. Это стоит увидеть, посмотреть. Кстати, белый голубь, голубка. Видите, да? Давайте я сфокусирую через решетку. Решетка не дает нормально сфокусироваться в камере. Вот. Он мокрый немного, потому что мы сегодня уже третий день снимаем. Смотрите, какое пузико белое. Какие бельчата. Или белки взрослые, друзья. Вон люди гуляют. Тут и страусы есть. И олени. Я думаю, туда пальцы не стоит сувать. Могут укусить. Цапнуть. Да. А как они с курочками? Ну ничего, видишь, нормально существует. Один. Вот мама с дочкой. Друзья. Также вы можете приехать со своими детишками и понаблюдать, какие любопытные, да, они, эти белки. И бегают, и прыгают. Вот им что-то принесли. Вот она, орешек, раз и убежала. Аккуратненько ей давай, речечка. Смотрите. Аккуратно она берет орехи. Орешки. Мистер Гризли. Смотрите, как она. Мистер Гризли. Смотри, как она грызет. Мистер Гризли. Они очень хорошо грызут. Смотрите, они. Друзья, какие звуки издают. Мистер Гризли. Так ты урок назвал тогда. Мистер Гризли. Да, она ее уже открыла. А потихоньку уже вот она скребет зубами своими. Вот они дерутся, вот, да. Вот орешек. Бери, бери. Давай, это вот, вот. Надо аккуратненько держи, она берет. А, вот, мистер Гризли. Клетиком берешь. Оп, сейчас все. Мистер Гризли. Мистер Гризли. Смотрите. Это я, это моя. Смотрите, как она. Как она уминает этот орешек, друзья. Смотрите. Видите, как технично
она его как орешек грызет, раскалывает. Хочет добраться до самого вкусного, до ядра. Вот. Опа, смотрите, друзья. И все. Вкусно, да? Смотрите, как она его кушает. И даже камера не боится. Даже не боится видеокамеры, друзья. Смотрите, как она грызет орех. Я курочкам даю травку. Какое милое создание, друзья. Все. Белки. Все, друзья, сколько детишек. Все. Все хотят покормить. Мам, курочки едят, я это травку. Курочка. Давайте пожелаем ей приятного аппетита, друзья. Приятного аппетита. Да. Вернее, им, друзья, их много, этих белок. Они ищут киндеры. Держи, это киндер. Смотрите. У них даже там норка есть, и всякие снаряды. Да, вот, а это орехи мини. Уже, наверное, другая белка. Смотрите, как она интересно разделывает орех, друзья. Нужно даже позавидовать ее острым зубам. Курочка! Курочка! Хоп, хоп. И нет ореха, все. Добралась. Вот еще один. Извините, пожалуйста, у вас не будет лишнего ореха. На мне парочку буквально, мне большой. Один даже возьму, спасибо. Я просто видео хочу. Извините. Извините. Друзья, давайте покормим тоже. Может быть, у нас рук тоже не испугается. Хотя вот это вот уже с орехом поскакало, поскакало. Мама, от страусофему такие звуки будут. Марьяна, ты с ногами повисла. Смотрите, друзья, как же они. Что это? Давайте тоже покормим. Белочку съешь. Так, у тебя уже, мам, подруга, у тебя уже орех есть. Друзья, я уронил орех, кто понял. У тебя уже есть орех. Смотрите, какая, а? Нагловатая, друзья. Есть орех, она все равно хочет еще один. Вот маленькая девочка. Нет, дяденька. Ну-ка, звери и зверюшки, выше ушки на макушке, выше ушки на макушке. А вы впервые здесь, да, уже? Нет. А как вашу принцессу зовут? Маша? Мы спросили черепаху,
Друзья, вот Мария кормит белок, давайте тоже попробуем покормить. Что-то как-то они ко мне не хотят идти. Потому что кедровые я им даю орешки. Они, видно, больше лужат. Ну, как вот. Они все сюда. Вот маленькие вот эти, возьмите. Угу, спасибо. Мам, смотри, белок. Давайте скажем спасибо, друзья. Нам теперь есть чем покормить белок. Так, давайте попробуем тоже покормить. Сначала надо, да, ее догнать. Смотрите, главное, чтобы она меня не цапнула. Можешь сейчас нажать на этот, на белку? Нет, не держи. Да хотите, нажму, когда она бегает. Вон, смотрите, друзья. Какая наглость. Вот смотрите, это вроде бы, как смотри, как будет, она попадет в цель. Вот, друзья, давайте угостим. Ну бери орех, подруга. Пока я добрый. Ну. Ищет. Давайте. Антох, иди сюда, сейчас будешь мне помогать. Короче, смотри, я тебя как тебя учил. Нажимаешь на... Нет, трогать не надо, руками. Да. Вот, друзья, смотрите, как она аккуратно у меня его взяла. И все, убежала наверх. Теперь мы, наверное, ее не найдем. Слушай, да, белки? Так, друзья, вот у меня кедровый орешки. Можешь это нажать, чтобы люди рассмотрели? Вот, друзья, вот так я мучаюсь с камерой постоянно. Давайте. Теперь прошу тебя также нажать. Ага. Держи. Вот она, смотрите, как они аккуратно берут, друзья. Смотрите, опа. Посмотрите, как они аккуратно. Подожди, не жми пока ничего. Увлекся, смотрю. Видите, друзья, Антон увлекся. Нажимать кнопочки. Так, а теперь ты мне опять сейчас будешь нужен. Нажимай. Сейчас, подожди, когда будет белка в кадре. Вот, давай, бери. Все, они прям лапками, друзья. Аккуратненько так, язычком. Сними, как есть. Да. Видите, как она его... Хоп, и нету.